Че, ребята? Хорошо. 3, 2, 1, поехали. Привет. Привет. Я буду быстро задавать вопросы, а ты быстро и смешно отвечать. Договорились? Давай. Кого бы ты завела, если бы у тебя был большой дом? Кошку или рыжего из Иванушек? Рыжего. Почему? Большой. Я люблю больших. У тебя есть шанс добавить один любой закон в Конституцию. Быстро сформулируй его. Всем, Наташа, бесплатная дача. Где находится дача, имеет значение? Нет. Если в мире исчезнут все цветы, что дарить на 8 марта? Алкоголь. Егор Крид неожиданно приезжает в Нарьян-Мар и делает тебе предложение. Твои действия? Откажусь. Почему? Он мне не нравится. Какую роль ты бы хотела исполнить в кино? Главную. Ты уже четвертая на главную роль сегодня. Закрывать или не закрывать лицо ребенка смайликом в Инстаграм? Не выставлять вообще фотографию. Ты муж оставил рядом с тобой телефон с открытой страничкой ВКонтакте. Твои действия? Ничего не буду делать. Закрою. Заблокирую. Потому что ты не знаешь пароль, чтобы ручки... Нет, чтобы ничего не знать. Тебе предлагают 500 тысяч рублей. Нужно провести месяц без телефона и интернета. Справишься? Конечно. Чем будешь заниматься? Читать книжки и работать. И на дачу. И на дачу. Закон-то есть? Да. Назови 5 российских футбольных клубов. Спартак, Локомотив, Зенит. Ну и как бы все. Газмяс. Газмяс? Да, да. Ну все. Тоже подойдет. И финальный вопрос. Какую рыбу запрещено ловить без специального разрешения в Ненецком округе? Семга. Допустим. Все, спасибо тебе. Так.